Всем доброе-доброе утро. А у нас сегодня 8 августа 2021 года. И мы с нашими чихуашечками позавтракали. И малыши, и взрослые. Пьем кофе. Вот такая вот огромная миска овощей. Вот. Я хочу, чтобы наши чихуашечки погуляли, взрослые. Космос не может терпеть. Поэтому я сейчас немного кину. Вот так немного кину. Что у нас сегодня из овощей? Кабачок. Нектарин, кабачок, нектарин, перчик, огурчик, морковь. В общем, целый большой набор. Вот здесь немножко кинула. Космос, а ты хитрый. Я знаю, морковку хочешь. На еще. Так, и пойдем к малышам. Говорить доброе утро. Так, а вы большие погуляйте. И мы к вам тоже вернемся. Пока взрослые выгуливаются, малыши. А вы знаете, что у нас там происходит? Сейчас я вам покажу. У нас кто-то потерялся. У нас не знает, как выйти. Амиго, все гуляют. А ты не догадываешься, да, что нужно обойти эту загородочку и выйти. Ну, смотри, давай мы тебе покажем. Мы тебя научим. Мы тебя не будем поднимать. Иди сюда. Иди. Амиго, иди сюда. Амиго, иди, мальчик, иди сюда. Смотри, как все ходят. Смотри. Все ходят же здесь. Смотри, Амиго. Да, Ванесса, вот это мы. А теперь мы выходим, смотри. Всего-навсего. Вот здесь есть такая дорожка. Амиго вернулся назад. Так, давайте, на. Скорее, вот я вам поставлю овощи. И посмотрим, насколько же у нас догадливые дети. Вот так. Детки разберут овощи. Давай, смотрите, все вышли. А Амиго сидит, детка, в клетке, будто он закрыт. Ну, давай, Амиго, иди сюда. Давай, иди сюда. Амиго, иди сюда, мальчик, иди сюда. Вот выход, смотри. Вот так лапками пошел. И вот сюда вышел, смотри. Вот так. А то будешь сидеть. Здесь же раньше стояла перегородка, чтобы они не выбегали. И он порядочный, значит, все выбежали. А он плачет, стоит, возьмите меня, тоже хочу гулять. Шекспир взялся за большой перчик. Я его специально не порезала, чтобы это была и игрушка заодно, и вкусняшка. Перчик съедается полностью. Так, у нас здесь сегодня, повторюсь, огурчик, перчик. Кабачок, морковь. Что там у нас еще? Нектарин один у нас. Нектарин — это персик со сливой, да, там смесь. Ну, ничего, все, косточку я достала, остальное можно. Вот такая вот веселуха, ребята. А мы пожелаем вам доброго утра, прекрасного настроения, отличного выходного дня. Я немножечко простыла, поэтому у меня такой голос. Вы уж простите. Ну, нормально, немного совсем. Кондиционер, все дела. Вот. И мы передаем вам большой привет. Желаем крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. А детки заняты. И передают привет. Забронированные детки передают приветики своим мамочкам. Это как раз вот, если убрать вот этого лохматика, то это вот эти три девочки. Мадера. Кушает морковку, хвостик висит изо рта. Ежевичка. И наша красавица Антарктида стащила перец, убежала целый, убежала под инжир и вот так вот занимается здесь. Но сейчас к тебе уже идут гости. А в гостях, а гость этот... Стич. Стич тоже забронированный мальчишка. Передает мамочке привет. Правда, не тем, не той частью тела. Но ребенок занят, и мы не будем их отвлекать. Вот. Вот так вот. Антарктида не отдает перец. Вот такие вот у них тут разборки под инжиром. Интересные. Это мне приходится сюда залазить. О! Тащил. Шкода. Шкодненький шкодик. Вот. Схватил. Стич.
Вот такой вот Стич. Антарктида, внучка нашего Филиппа и дочь Мажорика. А Стич — это сынок Филиппа. И братик прибежал. Ну что, мои хорошие. Так, девчонки заняты. Ванесса и Мадера. Ну, Гришечка моя, Клюсочка моя сладкая. Такое солнышко золотое. Веселье. Утреннее веселье из наших яселек. Все. Успокоился красавчик. Амиго. Огурчик достал и занимается. Правильно, берите овощи, мои золотые собаки. И хочу напомнить, что из этих деток у нас на сегодняшний день предлагается 3 мальчика. Это вот этот длинношерстный красавчик Шекспир. Обалденный красавец. Бровястый, курносик. Потом вот этот Амиго, который тут не мог понять, куда ему выйти. Нежная внешность, такой милый-милый товарищ. Очень красивый, длинношерстный, кремового окраса. Мальчик. И мелкий. Он, не могу сказать, что он мини, но он очень маленький. Широкенький, такой красивенький. Вот такой красивенький мальчонок. Окраса соболь. Он не будет, это не рыжий соболь, это не шоколадный соболь, это соболь. Он будет вот таким окрасом, как у него лапки. С черненькими волосочками. Вот смотрите, если поднять пальцем шерсть, у него уже там светлая. И то есть кончики, что такое соболь? Кончики останутся такие черненькие, серенькие даже, так скажем. Вот такой очень красивый мальчишка, миниатюрный. В принципе, продаются они недорого, этот помет, так что спрашивайте. Мальчики прошли успешную актировку клуба, имеют татушечку в паху, щенячьи метрики, привиты первой прививкой и в поисках самых лучших мамочек и папочек. Доставка по России оговаривается индивидуально. Мы сами доставкой не занимаемся. Есть специальные службы зоокурьеры, зоотакси. И если наши зоотакси, с которыми мы сотрудничаем, и делают доставку в ваш регион и город, то пожалуйста, мы с ними связываемся, спрашиваем. Ну, из Крыма, Челябинск точно, Уфа, Казань, Москва, Питер. Вот. Вот такие вот у нас дела. Так, и где наша Ванесса смылась, убежалась? Смылась, убежалась. Ванесса. Ванессу пока я выставляю на продажу. Где она делась? Я не вижу, не хочет. Девочка под вопросом, то есть как бы я хочу ее очень сильно оставить, я ее ждала, этот помет, но она мелковата. Вот она взяла огурчик и убежала. Она мелковата, как по мне, для разведения, но в остальном она на сегодняшний день идеальна. Иди сюда, посмотрим на тебя. Вот, поэтому кого не интересует разведение, ягоза ты ягоза, а сама собака, она имеет документы РКФ, отличный прикус на сегодняшний день. Девчонке 2,5 месяца, 18 числа будет 3 месяца. Очень курносенькая, с хорошим пигментом, красивыми ушками. Есть подробные видео Ванессы у нас, у меня на страничках. Смотрите, ты сидишь, такая ягоза, не убегай от меня, давай мы тебе покажем. Такая активная, веселая, хорошая девочка, игривая, но вот с мелкими чертами такими. Иди, давай, бегай. Поэтому девочка продается дорого. Если найдется желающая на нее, пишите, спрашивайте. Если, ну, нет, пока растем и смотрим. Мы никуда не торопимся. Вот, просто бывают щенки, по которым сразу видно, что они физически, по крайней мере, подходят мне для разведения. А бывает вот такой вот под вопросом, мне не все устраивает окрас, ее экстерьер абсолютно на сегодняшний день, кроме ее размера. Я не могу сказать, что она маленькая, она не мини, но что мелкий стандарт для разведения я тоже не хочу, просто не хочу, я не хочу разводить мелкоту. Вот, не то чтобы разводить мелкоту, понятное дело, что щенок, ой, щенок, собака может
давать стандартных щенков, не таких мелких, как сама. Уже родители у нее стандартные. Но, скажем так, не очень хочется ее мучить, потому что это кесарево. Вот, и поэтому, хотя все это еще очень под вопросом в таком-то возрасте. Вот, ну, в любом случае, она пока открыта для продажи. Спрашивайте. Скажем так, она продается ровно в 2 раза дороже, чем вот эти мальчики. Вот, мальчик гладкошерстный, короткошерстный, это черно-подпалый Ромео, пока не продается. У него там нужно у ветеринара поправить, у него вылезло веко. Вот, мы записаны к ветеринару, как только мы поправим все, там красненькое в уголку глазика. Вот, доктор у нас уже осматривал, в этом нет ничего страшного. Ну, в общем, как мы сделаем эту косметическую процедуру, мальчик будет открыт для резервирования и продажи. Он привит уже первой прививкой. Вот это вот чудо красивое. Не крупный, не мелкий. Тоже сынок нашего Филиппа. Продается, не будет продаваться недорого в любимце. Вот. Сразу говорю, что то, что у него с глазиком, это никак на его жизнь и на его прекрасную жизнь влиять не будет. Это бывает у чихуашечек. У нас у щенков такое встречалось редко, но бывает. В этом ничего не страшного. Это воспалилось 3-е веко, и доктор посмотрит, там его или удалит, или... Ну, мы уже прокапались. Покажи ты мои глазики. Вот они, скажи. Мне, скажи, я веселый, мне ничего не мешает, я хороший мальчик. После прививки ушки упали, вот я подклеила. У кого-то упали, у кого-то уже встали. Вот такие вот у нас дела. В общем, вот так вот у нас тут все весело и замечательно. Смотрите, любуйтесь, влюбляйтесь, если кому-то нравятся какие-то из наших щеночков. Ежевичка передает мамулечке привет. Вот этот вот красавчик. У нас когда-то был помет царицы и Филиппа. И у нас был вот такой черно-подпалый, длинношерстный сын, князь. И мне все время хочется его назвать князем. Прям вот, вот как вот смотрю на него, Шекспир, а хочется сказать князь. Князюшка живет наш в Севастополе. Ну, это было уже это больше 2,5 лет назад. Боже мой, обидели ребенка. Нет, его не обидели. Он все равно ему, этот перец все равно нужен. Вот такая вот Мадера. Вот так вот вот эту мелочь обидели. Понимаете? Потому что он сказал, что это его перчик. И все. Умнее всех оказалась Антарктида. Вы забыли, что это вообще мой перчик. Все, и на нычку. Они так классно там прячутся. Так классно там прячутся. Да. Да, дети мои мальчики, сладости. Сладости, радости. Мадера, это ты, оказывается, зверь. Да и только. Оказывается, зверь. Это не просто чихуашка, это бойцовая собака. Конечно, в семье-то с бультерьером. Сестренки. Перчик пользуется спросом. Вот видите, нарезанный перчик, он так не пользуется спросом. Но вот целый перчик у них просто вот на ура. Вот такая вот Ванесса беленькая. Смотрите, она такая ровненькая. Красавица, спинка ровная. Ванесса, на. Вот такая красота. Вот ты был девочкой, Стич. Широкая спина. Вот это вот. Вот такая вот девочка бы в разведение пошла. Но это мальчик. И уже зарезервирован. Что мой сладкий? Вот это наш красавчик, да. Пути-пути-пути-пути-пути. Пути-пути-пути-пути. Путички-лапутички. Лапусечка мой. Ромео, ну, нежный мальчик. Вот он, зайчик. Вот он наш глазик. Глазик поправим и найдем мамочку, да? Да, мой сладкий такой, скажи, я такой хороший. Я такой красивый мальчик. Вот такой красивый я мальчик. Вот такой красивый я зайчик. И я, скажи, красивый мальчик. Так, ну, это давайте будет первая часть видео, потому что так хочется еще показать вам собачек наших. А у меня всего 15 минут. Так что я с вами не прощаюсь. Сейчас сделаем продолжение нашей утренней прогулочки. Кому интересно, оставайтесь с нами. И через несколько минуток вы увидите следующее видео на прогулке с нашими чихуахуа.
из домашнего питомника Костропола из Крыма.